Здравствуйте, вы смотрите «Новую Одессу», меня зовут Антон Равицкий, и это «Арт-Афиша» — анонс событий, которые могут сделать ваш день ярче и интереснее. Понедельник, 10 июня. Фильм «Гагарин. Первый в космосе». Фильм посвящен первым шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Юрия Гагарина. Основной лейтмотив — борьба за право быть первым. В отряд космонавтов отбирали из 3000 летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. И на этом пути пришлось бороться не только с земным притяжением. В кинотеатре U-Cinema «Потоп». Все сложно в жизни Йони. Он способный, но физически слабоват, поэтому ежедневно борется, чтобы вырасти. Йони продает домашнее задание своим одноклассникам, чтобы заработать деньги на занятия бодибилдингом. Он надеется, что это ускорит его созревание. Начало в 19:00. Цена билета 30 гривен. Посещайте театры, слушайте музыку, ходите в кино и смотрите нашу арт-афишу на телеканале «Новая Одесса». До встречи!